В Тверской области дан старт мероприятиям, посвященным году наставника и педагога. Он проводится с целью признания особого статуса представителей данной профессии. Торжественная церемония открытия прошла в детском технопарке «Кванториум», где было объявлено о еще одном важном событии. В регионе официально решили создать клуб «Учитель года». Верхнее Волжье уже давно вовлечено во всероссийский конкурс «Учитель года». Есть и успехи. Однако этого все равно недостаточно, убеждены тверские участники и лауреаты. Одна из причин успеха других регионов – наличие во многих клуба, объединяющего бывших конкурсантов, которые бы могли передавать молодежи опыт. Буквально на последнем году, да, в прошлом году, на всероссийском конкурсе «Учителя года» участники других регионов ярче, сильнее себя показали, потому что нашим участникам пока от нашей Тверской области чуть-чуть не хватает вот этой методической поддержки и коллективного ума, который готовит вот для представления на всероссийском уже уровне. Поэтому и было принято решение создать наш региональный клуб «Учитель года». Пока в него входят только 7 педагогов. Но двери открыты для всех, кто пробовал свои силы в этом всероссийском конкурсе, начиная с муниципального уровня. В первую очередь для обмена опытом. Это новые методики, новые технологии, новые приемы, новые практики, которые зарекомендовали себя. И это не теоретические выводы. Это то, что принимают дети, это то, что развивает наших детей, это то, что позволяет им расти и получать хорошее образование. Однако есть у клуба «Учитель года» и еще одна не менее важная цель – поднятие престижа профессии, привлечение молодежи. Ведь у нее в голове до сих пор есть стереотип, что педагог – это человек, который мало зарабатывает. В последние годы ситуация заметно изменилась к лучшему. Однозначно гораздо лучше, чем было в 90-е, и даже лучше, чем было в нулевые. Не скажу, что я бедствую, не скажу, что мне не хватает. Я нашла возможность не только развиваться как профессионал, но и удовлетворять свои потребности как обычный человек. При этом важно не только привлечь в профессию, но и удержать в ней. Стоять у школьной доски – это творческая работа, но при этом очень напряженная. У многих со временем наступает выгорание. На заседаниях клуба «Учитель года» будут решать и эту проблему. Мы хотим, чтобы работать было интересно, конечно, и в то же время поддержать тех, кому трудно, кто выгорел. Выгорание – это у учителей с большим стажем, конечно, это проблема. Но бывает, что и молодые педагоги яркие, которые могут работать, но где-то у них что-то не получилось, они просто уходят. Наша задача – их поддержать. Заседание Тверского клуба «Учитель года» планируется проводить еженедельно. Формат работы – обмен опытом, организация творческих конкурсов среди коллег. Ну и, конечно, выезды в аудитории вузов и колледжей. Чтобы со студенческой скамьи молодежь знала, что педагог – это звучит гордо.